На сцену детской школы искусства имени Верстовского поочередно выходят химкинские семейные ансамбли. Дети и внуки, мамы и папы, бабушки и дедушки. Одни конкурсанты пели и играли на инструментах, а кто-то демонстрировал актерское мастерство. Мальчишки гоняют на улице мяч, а я сижу за решеткой. Хоть плачь! За что? За какие такие грехи? Я выучить должен на завтра стихи! Конкурс «Мама, папа и я. Музыкальная семья» проходит в школе более 10 лет и ежегодно собирает десятки семей воспитанников учреждений. Совместная работа на сцене, возможность детям перенимать опыт у своих родителей, многие из которых также заканчивали музыкальные школы. Я считаю, что этот конкурс очень хороший и замечательный тем, что и поколения, разные поколения собираются на одной сцене. Родители передают своим детям, внукам, и вместе с ними сплоченно выступают вместе на сцене. По окончании конкурса «Лучшие из лучших» получили дипломы и памятные сувениры. Александр Сергеев, Вильфрид Дымковский, новости Химки ТВ.